В День учителя трем педагогам Свердловской области вручены знаки «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Вы своим трудом, своим отношением к делу, к работе, примером практически для всех учителей Свердловской области, являясь, вы заслужили звание почетного работника Министерства просвещения Российской Федерации. Я хочу и вас поздравить не только как министр и не только как министерство. Я сегодня хочу поздравить вас от всего педагогического сообщества Свердловской области. Вы признаны именно педагогическим сообществом и представлены именно от всех педагогов Свердловской области, от всех родителей, от всех учеников, которые сегодня у нас обучаются в школах. Хочу, чтобы в ваших семьях был достаток, счастье, любовь, чтобы вас уважали, ценили ваши коллеги, родители, наши школьники. Будьте здоровы, счастливы. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования награды присуждены учителю начальных классов Екатеринбургской гимназии номер 5 Лене Ветошкиной, заведующей детским садом номер 10 Буратино в Лесном Ирине Бусыгиной и учителю математики Екатеринбургской школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов Елене Гривковой. За долгий и многолетний труд. За в течение этого труда у меня достаточно много выпусков, достаточно высокие результаты. Есть очень много ребят, которые закончили школы с золотыми, серебряными медалями. Есть ребята, которые проявили себя на уровне региональном, как участники олимпиад, как участники научно-практических конференций. Есть результаты воспитательной работы, которые тоже отмечено на региональном и городском уровне. Отметим, что в сложившейся эпидемиологической ситуации было принято решение не проводить традиционный масштабный прием для педагогов Свердловской области. В муниципалитетах в День учителя были организованы мероприятия в онлайн-формате. Также на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области размещено праздничное видеообращение главы регионального Минобразования Юрия Бектуганова. В Артемовском День учителя своеобразно отметили в лицее номер 21 высадка на территории образовательного учреждения двух голубых елей. Напомним, к 1 сентября образовательное учреждение переехало в отремонтированное здание по новому адресу, которое досталось ему уже с насаждениями лесных красавиц, ряды которых теперь украсили еще два юных хвойника голубого цвета. Ведь исторически так сложилось, голубые ели считаются визитной карточкой этого образовательного учреждения, которые в свое время являлись настоящей гордостью и украшением первого здания лицея.